Здесь у нас, получается, были кабинеты, которые мы планируем немного расширить, чтобы было удобно для молодежи города проводить свой досуг здесь. Это здание перешло на баланс города около 2 лет назад и сейчас пустует. По словам специалистов, в скором времени оно приобретет новый облик и станет местом для творчества и общения. Ведь именно в нем планируют открыть Дом молодежи, при котором будут функционировать различные кружки и волонтерский центр. Дом молодежи нужен, чтобы приходили сюда молодежь от 14 до 29 лет, чтобы она проводила свой досуг, чтобы... Мы будем разворачивать работу по трудоустройству молодежи. Также здесь будут большие кабинеты, планируются кабинеты с компьютерным оснащением. Планируется постройка большого спортзала. Также у нас есть актовый зал. В планах также сделать небольшой кинотеатр, чтобы молодежь отдыхала. Раньше в этом здании располагался Темиртауский филиал колледжа Карагандинского государственного университета имени Букетова. Но учреждение закрыли, и трехэтажное здание было заброшено. Приезжали проектировщики, которые осмотрели здание, осмотрели несущие конструкции, также крышу, подвальные помещения. Они разработают проект, по которому мы будем работать. Уже сегодня разрабатывается проектно-сметная документация. Если все пойдет по плану, Дом молодежи сможет распахнуть свои двери в 2022 году. Кристина Кириченко, Арман Абылхасымов, Сергей Баданин. Новости Темиртау.